Тема сегодняшнего занятия – коллективный договор. Вот как наличное бытие, он лежит на столе у нашего старосты. Вот, и представляет собой вот то, что лежит. Это один из лучших, если не самый лучший, в России коллективный договор первого контейнерного терминала, ЗАО «Первый контейнерный терминал». И с этим договором каждый будет иметь возможность ознакомиться. Я его передаю для ознакомления на неделю, чтобы вы это видели, так сказать, одно дело описывать, я об этом буду говорить, а другое дело, ну, увидеть, как выглядит этот текст и что собой представляет этот документ. Мы с вами занимаемся политическими составляющими социально-трудовых конфликтов. И вот на первый взгляд такой документ, как коллективный договор, кажется таким сугубо деполитизированным. Правильно? Есть коллектив. Правда, слово «коллектив» у нас в силу политических моментов изъято из всего корпуса права. Нету такого понятия. Но есть коллективный договор, и есть коллективные переговоры, и есть коллективные трудовые споры. Поэтому это очень забавно выглядит. Причем оно изъято одновременно с переименованием представителя другой стороны. Представитель другой стороны раньше в КЗОТе именовался так. Администрация. Предприятие, администрация организации. Теперь все предприятия являются организациями, как будто везде бухгалтерии, а не заводы, не фабрики, не строительные управления и так далее. Администрация. Организация. И вот эта организация теперь называется в отношениях с работниками работодатель. Слово это, я бы сказал, сугубо политизированное, потому что вот если вы сейчас, когда закончится лекция, поедете на маршрутке или на автобусе, или на троллейбусе, то вы будете пользоваться трудом водителя. Этот труд водителя, в отличие от материально-производительного труда, не является материально-производительным трудом, но он не создает никаких материальных благ, а непосредственно направлен на пассажиров. И вот труд, непосредственно направлен на человека, называется услугой. А те люди, которые пользуются этой услугой, они пользуются не прошлым трудом рабочего. Ну вот, если вы берете свою тетрадку или ручку, это вот продукт прошлого труда. Он обеществлен в этой ручке, в компьютере, в телефоне и так далее, в вашей одежде. А когда вы едете на автобусе, на троллейбусе, на маршрутке, вы непосредственно пользуетесь работой того, кто вам эту услугу оказывает, а именно водителя. Вот он в этом смысле работодатель вам. По существу, он работу свою дает, а вы эту работу берете. Его работа состоит в том, чтобы вас вести, а вы получаете эту работу, то есть получаете эту услугу, пользуетесь ей, доезжаете до нужной вам точки и пересаживаетесь на другой вид транспорта. Но слово «работодатель» в этом случае не применяется. И раньше не применялось. Оно вообще раньше не применялось. Это слово сравнительно новое в лексиконе юридическом. Оно появилось вместе с Трудовым кодексом с 2001 года, с декабря. С момента, когда он стал вводиться в действие. Вместо КЗОТ. И даже не в связи с переходом к буржуазному строю, потому что в 2001 году уже был не 91-й, как вы понимаете. 10 лет у нас развивался уже капитализм в России с 91-го года. А еще перед этим 30 лет был переходный период от социализма к капитализму. Да? Поэтому, так сказать, вдруг появились новые такие понятия. И вот теперь, если вы будете требовать у меня зарплату, а я представляю организацию, я скажу, я вам уже работу даю, а вы еще требуете и зарплату. Не слишком ли много? Как бы это уже сразу делает позицию представителей собственника на переговорах более прочной, потому что он ваш работодатель, благодетель, можно сказать. Если я вам даю работу, не будет вам работы, будете ходить безработным. Останетесь безработным, без еды, без средств существования. Вот так это сейчас выглядит. Поэтому здесь некая предпосылка политическая для переговоров есть. Как она получена? Ну, получена через политическую систему, через государство. Государство так это формулирует. То же самое в отношении зарплаты. Как формулируется зарплата в Трудовом кодексе? Как? Не помните, нет? Что такое зарплата?
согласно Трудовому кодексу, не согласно политэкономии, мы об этом уже говорили, что такое зарплата, а согласно Трудовому кодексу, это что? Да я даже не знаю, это хорошо, что вы не знаете, или плохо, может даже и хорошо. Нет, просто согласна. Просто вы по содержанию знаете, что, так сказать, вы продаете свою рабочую силу. Значит, та цена, по которой вы продаете, называется зарплатой. Значит, а есть вот такой устойчивый центр колебаний цен для всякого товара стоимость. Поэтому ваша цена должна стремиться к стоимости. Это справедливая цена в товарном хозяйстве. Правильно? Но вместо этого в Трудовом кодексе написано, что это зарплата, это вознаграждение за труд. Ну, смотрите, я уже раз ваш благодетель, потому что я ваш работодатель. Б. Я вас вознаграждаю за труд. А в чем состоит это вознаграждение? А в том, что я работаю 8 часов, за 2 часа я выработал стоимость моей заработной платы, так, необходимого продукта. И 6 часов я работаю на вас бесплатно. То есть вы на меня работаете бесплатно, если я работодатель, да? Так кто кого вознаграждает? Работники работодателя или работодатели работников? Ну, по сути дела, конечно, работники вознаграждают того, у кого они работают. Если вы меня пригласили, вы пригласили не из благотворительных целей, как я понимаю, да? Если, или я вас пригласил и нанял, пойдете ко мне, у меня много денег нет. Вы идите погуляйте, если найдете где-нибудь там лучше. А вы походили, а везде безработица. А что, если она нет безработицы, мы подтащим рабочую силу. Откуда? Совершенно правильно. Вот просто приятно, как сказать, иметь дело с толковыми людьми. Они прекрасно понимают. Вот, скажем, Третий парк отправляет гонцов в Ташкент. 25 тысяч рублей подъемных. Приходите к нам водителям в Ленинград. Будете 100 рублей, будете, 100, простите, 100 долларов будете получать на прожитие, а еще 100 долларов будете отправлять домой, 200 долларов. И работайте как черти. Только не надо спрашивать, какой рабочий день, там вот это все, вот это вот. Не надо это все, вот это. Тем более, вот некоторые тут сидят, в магистратурах изучают эти трудовой кодекс. Это все ни к чему. Это все. Надо сидеть, работать. Вы работаете, вас вознаграждают. Вы против наград? За награды что нужно говорить? Спасибо. Ну, спасибо. А то вы придумаете еще какие-то споры там, переговоры. Вы чего вообще? Ну, вы разве можно переговариваться вам орден Красной Звезды или героя дать? Но это как-то неприлично со мной торговаться, правда? Вас вознаграждаю, все, вы должны поблагодарить, сказать спасибо и идти дальше работать. То есть, сама вот эта задача, которая поставлена была Александром Ивановичем передо мной, говорит, а можете вы, говорит, я читал все время курс, на третьем курсе, социально-трудовые конфликты в России, а потом социально-трудовые конфликты, сейчас они называются, и технологии их урегулирования. Ну, а вы можете вот такой прочитать курс, политической составляющей? Я сказал, ну, надо подумать. Ну, и вот, так сказать, вы, можно сказать, уже, правда, не первый такой поток, где я читаю, это действительно так дает такой более широкий взгляд на то, что происходит, потому что, если мы будем так узко смотреть, что вот есть просто работники, работодатели, нет ни государства, ни законов, нет никакой политики, нет никакой терминологии, а все как бы само собой образуется, то это, конечно, не позволяет нам видеть все поле, на котором развивается эта борьба. Тем более, если это касается всех работников или всего класса рабочих в целом, и касается всех работодателей, как, скажем, уровень заработной платы, правильно? То это уже борьба политическая. И как она в чем выражается? Вот если я работодатель, и он работодатель, вот, а он стал этим своим рабочим повышать зарплату. Вот я приглашаю вас еще на совещание работодателей, и мы его строго предупреждаем, что нас это, мы с вашими рабочими мы не собираемся даже и разговаривать. Но если вы продолжать будете повышать, вы знаете, что бывает сейчас с работодателями, с представителями работодателей? Они куда-то пропадают, исчезают, сейчас теракты. Сейчас у нас очень вообще обстановка криминогенная. Сегодня вы есть, завтра вы нет. И смертной казни у нас нет. Те, кто приведут в исполнение то, о чем мы даже и говорить не будем, вот, они никакой ответственности особенно и не понесут, если даже их и найдут. Вы же понимаете? Так что вы думаете, и не надо так вот быстро соглашаться. И поэтому
уровень, так сказать, заработной платы, вот посмотрите, он как-то никак не повышается все, с одной стороны. А с другой стороны, я вам называл цифры, если мы возьмем зарплаты наших чиновников высокого уровня, тех, которые сидят в госкомпаниях, они как бы уже не чиновники, они как бы уже на предприятии. Да, они заботятся о том, чтобы вогнать в затраты большие суммы, ну и у них многомиллионные заработные платы. И никто не собирается этих зарплат сокращать. Говорят, что у нас единственный выход, как говорит Антон Силуанов, наш министр, это увеличить пенсионный возраст. И вот уже, если я не знаю, слышали вы, а я слышал, как выступал председатель правительства Дмитрий Анатольевич с очень корректной такой речью, вы понимаете, это сложная очень проблема увеличения пенсионного возраста. А в чем проблема? А если вот так передвинуть пенсионный возраст, чтобы к этому времени все уже умерли? Это же значит экономия же всех этих средств. Причем в отношении мужчин вот почти все так было хорошо, они взяли и стали больше жить. Вот при Ельцине они отлично вообще себя вели, 59 лет. А на пенсию с 60. И мужчины вполне, так сказать, с пониманием вообще своей государственной роли, ответственности за судьбу государства себя вели. И женщины, они безобразно поступают. Они вот с этими колясочками все ходят, гуляют. Потом, когда мужчины мучаются на диване, смотрят телевизор, они там все делают, бегают, готовят. И вот живут и живут. И просаживают почти весь пенсионный фонд. Причем каждый раз все равно его не хватает. Казалось бы, но если мужчина уходит на пенсию в 60 лет, а величина жизни 59 лет в среднем. Ну, есть такие вот, которые заскакивают. У меня был один товарищ, который пришел в поликлинику и говорит, пропустите Аксакала. Говорит, какого Аксакала? Ну, как какого? Я, говорит, вот мне уже за 60, а у нас средний возраст 59, у меня как бы уже и нет, пропустите меня без очереди. Его пропустили. Казалось бы, откуда проблема? Откуда проблема пенсии для женщин, если мужская пенсия вся сохранена? А накопительный фонд, как вы знаете, он тоже никуда не тратится, он может быть использован и используется, между прочим. Дело в том, что был пенсионный фонд, который хранился отдельно от бюджета. Его для начала запихнули в бюджет, и поэтому мужская пенсия там растворилась. И стало не хватать на женскую пенсию. Так и не надо его туда, в бюджет-то, засовывать. Он, так сказать, он должен быть отдельным. Это же пенсионный фонд. И одновременно государство стало заманивать граждан, чтобы они переносили свои, так сказать, пенсии в какой-нибудь накопительные части, в какой-нибудь пенсионный фонд. И все эти пенсионные фонды, как вы знаете, кто лопнул, а кто никак не дотягивает до уровня инфляции. То есть он у нас проедает это все. И есть такая плохая категория экономической – молчуны. Это все те, которые не игнорируют все эти призывы и спокойно продолжают получать пенсию, которая хранится на счетах в государственных банках, в ВЭБе. И все. И им говорят, давайте, сдавайте, несите их, давайте, играйте, получайте. А они спокойно сидят и говорят, мы получаем свое. И получаем. Ну и вот решили, что как-то надо их все равно, это неподвижную гору, как-то надо, потому что это единственное, как я понял, как некоторые товарищи, которые сидят там в экономическом блоке, считают, что другого средства улучшить нашу экономику нет. Ни станки не надо новые, ни машины не надо новые, ни научно-технический прогресс внедрять, ни умелость работников. То есть не надо делать все то, что повышает производительность труда, а надо забрать вот пенсию. Вот это вот свет оконца. Это высшая школа экономики с этим выступала, когда она получила на рассмотрение и на доработку концепции социально-экономического развития 2020 года. И серьезные люди вроде бы вот такую чушь несут, что мне даже вот как представителю экономической науки, вот я кандидат экономических наук, профессор по кафедре экономики и права, мне даже слышать это вот, ну, честно говоря, не столько неприятно, сколько даже смешно. Это серьезные люди такую городят ерунду. Как будто неизвестно, что в основе всякого развития лежит что? Производительность труда, ее рост. А производительность труда – это не давай-давай, это будет интенсивность труда. Производительность труда означает
оснащение современной техникой и обеспечение умелости работников. Этим надо заниматься. А у нас закрывается одно предприятие с другим, и объявляется, что будет 25 миллионов высококвалифицированных рабочих мест. Поштучно, что ли, будут высококвалифицированные рабочие места? Что, будет вот стоять какое-то кресло, и там вот вес станок на улице, что ли? Так не бывает. Сколько заводов открыли? Или сколько сохранили? Вот у нас был станкостроительный завод в Сестрорецке. Их всего два инструментальных завода. Не станкостроительный, а инструментальный завод. А ранее оружейный завод, который выпускал в войну, между прочим, вооружение. А при Петре Первом выпускал стрелковое вооружение. Потом его директором, когда был Мосин, и главным конструктором, он выпускал трехлинейную винтовку, всем известную. Которая, так сказать, по известности была примерно такой же, какой сейчас автомат Калашникова. Продали американцам, без всяких санкций. Когда Валентина Ивановна, дорогая, у нас здесь была губернатором, и есть даже, показывает, как она встречает этого покупателя, и он ей рассказывает, что здесь будет вот развлекательный центр, здесь будет центр отдыха, короче говоря, нету станкостроительного завода. Один товарищ дотошный из Сестрорецкого предприятия, которое называется «Хлебный экспресс», товарищ Французов, несколько писем Матвиенко написал, говорит, скажите, за какую сумму вы продали это американцу? Никто не может ответить, ищут, не могут найти, за какую сумму. Нет завода. Остался один еще завод инструментальный в Новосибирске. Когда наш завод переехал в Новосибирск в войну и вернулся обратно, там остался. И теперь у нас... Иван Михайлович, лекция, сейчас перезвоню. И там остался завод. Как и делалось то, что если обратно переезжают предприятия с востока снова на запад, там остаются. Вот так остался там инструментальный завод. А так, пожалуйста, одноразовый китайский инструмент. Попилили. В следующий раз покупайте новую свежую пилу. Построгали. Давайте новый резец. И так далее. А инструменты с маркой СИЗ, Сестрорецкий индустриальный завод, если где попадается, их всегда все берегут, потому что это гарантия качества. Поэтому, когда говорят, вот там санкции, санкции – это мелочь. По сравнению с тем, что делают некоторые товарищи изнутри, которые потом выступают против санкций. Я такой, а где вы будете покупать? Вот где вы сейчас купите станки? Станки сейчас покупаются где? В Китае, на Тайване и в Белоруссии все. А у нас? А у нас вот, я вот просто знаю, выступал с лекциями на станкостроительном заводе имени Ильича около Кантемировского моста. На экспо станки шли. А вот дальше по Неве, если подняться с левой стороны, завод Свердлова, станкостроительный. На экспо шли станки. Прекрасный. Где они? Нету их. А завод тоже нету. Нету станкостроительных заводов двух. И вот недавно я поразился, до чего все политизировано. На Белостровской улице, там, где вот этот был завод Ильич, вдруг смотрю на доме сверху золотом написано «Ильич». Думаю, неужели что восстановили завод? А это там бизнес-центр «Ильич» теперь. На месте. Пишут бумаги. Что такое бизнес-центр? Бизнес-центр, значит, дела уже нету. Бумаги. Бумаги шелестят, в аренду сдают, беседуют туда-сюда. Наверное, вы слышали про Ивановское станкостроительное объединение, которое выпускало обрабатывающие центры. Обрабатывающие центры – это такие станки, которые выполняют сразу много операций. И сверлят, и долбят, и сверлят, и вытачивают, и растачивают. И имеется программа компьютерная, и есть наладчик станков ЩПУ, который следит, оператор станков ЩПУ, который следит за выполнением программы и, так сказать, обеспечивает это производство, высококвалифицированный труд. Люди, которые являются операторами, у нас есть, например, на Пролетарском заводе, наверняка есть на Балтийском заводе, наверняка на Адмиралтейском заводе. А завод? Что вы слышали? Я не знаю. Может, он еще и есть в каком-то виде, Ивановской. Но я знаю, что у Иванова вся промышленность почти лежит на боку. Ну вот, так выглядит это дело.
И в связи с этим встает вопрос, ну такой политический, а что делать, скажем? Ну вот что делать рабочему классу? Как классу? Что делать? Ну вот, скажем, если я капиталист, то я могу это мясное предприятие продать и сделать рыбные. А если рыбы дохнут сейчас, я быстренько продам и буду выпускать колготки. Что и делают некоторые. Только вчера он командовал мясной фабрикой, тут он выпускает колготки и прочие всякие вещи. Ну а рабочие куда подадутся? Особенно в моногородах. Куда вы денетесь в моногороде? Там, как говорят, надо подвижность рабочей силы. Что значит подвижность? Вас кто ждет в Тюмени? Никто вас там не ждет. То есть, если вы туда приедете, и что вы будете? Где жить? В гостинице? А вас в Перми кто ожидает? Никто не ожидает. На Колыме, может быть, и ожидают. Ну, туда как-то народ не очень стремится. У нас тоже северная столица. Чем мы туда поедем? Короче говоря, вот встает вопрос, что делать? И вот первое, что должен делать класс, он должен как бы инвентаризировать свои права и знать, что он может сделать строго по закону. Первое дело. Правильно? Вот что можно сделать строго по закону? Вот у нас есть такая замечательная в законе явление, которое установлено государством, как коллективный договор. Что такое коллективный договор? Коллективный договор – это договор. То есть двусторонний акт, который заключается работодателем и работниками по соответствующей процедуре, а мы к этому вернемся, и представляет собой локальный нормативный акт. Что такое локальный нормативный акт? Нормативный акт – это такой правовой акт, который относится более чем к одному человеку. Если только к вам относится, я вам написал приказ, что вы награждаетесь премией. Все. Это не нормативный акт. А если вот ряд тех, кто выполнили какие-то нормы, получит премии, это уже нормативный акт. Нормативный акт, это, по крайней мере, на два субъекта распространяется, к которым он относится. Потому что право – это нормы, правильно? Или, если брать определение права, это возведенное в закон воля господствующего класса. В закон. Вот господствующий класс, вы можете его любить, можете его не любить, но он принял такое замечательное решение записать в коллективный, в кодекс законов о труде права по составлению коллективного договора. В коллективном договоре, как записано в Трудовом кодексе, может содержаться то, что улучшает положение работников по сравнению с тем, что имеется в законе. И не может содержаться то, что ухудшает положение работников по сравнению с тем, что записано в законе. То есть, если у вас отпуск 30 дней по закону, то 29 дней вы не можете записать в коллективном договоре. А вот 35 на здоровье, и 37, и 55 вот было в порту, когда докеры имели первый стивидорный и второй стивидорный компании 55 дней отпуска. Вообще, у них очень вредная работа, и оттуда прямо вот потоком идут люди на инвалидность. И есть специальный заместитель председателя портового комитета, товарищ Тимофеев Евгений Петрович, который оформляет эту инвалидность, занимается этим делом, там длинное прохождение через наши медицинские комиссии и так далее. И потом человек будет получать доплату своей пенсии, инвалидскую пенсию плюс доплату за счет предприятия. Но докеры на одних из переговоров пошли на поводу работодателя, которых агитировал, давайте мы это сократите число отпуска, дней отпуска давайте уменьшим, а вам зарплату повысим. И они на это клюнули. Ну, показали, я бы сказал, политическую незрелость. Потому что инфляция съела эту зарплату быстро, и года не прошло. А если бы вы имели 55 дней, то вы за 30 дней отдохнули, еще, пожалуйста, работайте 25 дней, у вас идут отпускные, еще 25 дней. И вы, кроме отпускных, которые были на... Это же зарплаты отпускные по статусу. И вы еще можете работать где-то. В дополнительной работе. Если вам надо заработать. Но если у вас уже все кончилось, значит, вы по основной работе получите, а вот этого дополнительного заработка нет, и отдохнуть не можете, если у вас требует здоровья. Необходимо его поправить. Так вот, самая главная характеристика, определяющая характеристика коллективного договора, состоит в том, что это такой локальный нормативный акт, который записывает все, что выше по уровню, чем имеется в законе.
А если там будет записано, такие тоже договора есть, и некоторые их составляют, и изображают, что они делают коллективный договор, но если в коллективном договоре оставить то, что в законе, то что это-то получается тогда? Мне не нужен коллективный договор. А? Не нужен коллективный договор. Ненужный. Да. Или нужный как памятка. Ну вот вы чаще всего с какими статьями имеете дело? Давайте их все запишем. Памятка работнику, чтобы он вот знал, какие вот вещи из закона нужно вытащить, чтобы он кодекс не читал, а прямо вот по коллективному договору мог знакомиться, но не накапливая его положение, не улучшается по сравнению с тем, что имеется в законе. Поэтому, вообще говоря, он ничего не дает. Абсолютно. То есть администрация руководствуется законом, а эта бумага нужна, вот если придет комиссия, у вас есть коллективный договор? Да, у нас. То есть коллективный договор. И все. И больше ничего. И наоборот, если в коллективном договоре записано выше, чем в законе, и если это делается не на одном, не на втором предприятии, а если число таких предприятий расширяется, то начинается норма творчества. Вот представьте себе, когда это будет на значительном числе предприятий, тогда, скажем, Дума с большой легкостью проголосует за то, что все равно это уже есть. Давайте это переведем в закон. Правильно? Пример привожу. Значит, сейчас в законе, в Трудовом кодексе, есть такое положение о самозащите трудящихся, что вот если вам не выплачивают в течение 15 дней заработную плату, вы, согласно процедуре, которая записана в Трудовом кодексе, останавливаете, не останавливаете, если вы остановите работу, вы нарушитель. Как это вы остановили работу? Это нарушение трудовой дисциплины. Вы приостанавливаете работу, видите разницу? Приостанавливаете работу, останавливаете, пишите об этом бумагу начальству, что я приостанавливаю заработную плату до получения зарплаты в соответствии, работу до получения зарплаты в соответствии с статьей такой-то Трудового кодекса. Статью найдите в Трудовом кодексе. Это должны все мы познакомиться с этим. Это документ. Так. И что вы дальше делаете? А дальше вы идете, хотите, сидите там, читайте «Капитал» Маркса на рабочем месте. Потому что, говорит, на работу у меня руки не поднимаются, потому что я не ел. А не ел, потому что нет зарплаты. А читать могу еще пока. Глаза еще ходят туда-сюда. Хотите, идите домой. Хотите, идите зарабатывайте где-то на временной работе. Без оформления, естественно, потому что вы здесь, у вас место здесь. А согласно закону, вам должны прислать бумагу, в которой будет написано: «Уважаемый Иван Петрович, просим вас завтра выйти на работу, поскольку завтра вам будет выплачена заработная плата». Вот это записано в законе. Ну и думаете, это появилось потому, что там вот мы предлагали, мы тоже это предлагали, и я в том числе. Но вы можете сколько угодно предлагать, если не было бы это уже в действиях работников. А в действиях работников это выражалось примерно так. Приходит начальство на работу утром, что-то тихо в цеху. Заходят в цех, все сидят. Вы что сидите? Будете работать? Что вы ответите? Все говорят: будем. Вас спрашивают: вы будете работать? Будем. Его спрашивают: будете работать? Да. А вы тоже? Вы будете работать? Ну. Когда? А вот как поедим, так и будем работать. Но когда поешьте, так зарплату получим, поедим и будем работать. Кстати, а нет ли у вас до зарплаты взаймы? Для всего цеха. А нету. Ну нету. Эти уходят, начальники приходят. Более крупные начальники говорят: вы работать будете? Ни в коем случае никакие нет. Нет, не говори. Будем. Вы что, у вас акции? Нет. Так будете работать? Будем. А когда? Поедим когда? А когда? Так ешьте. Так денег нет. Зарплату давайте. Так нет денег на зарплату. Ну нет денег, вот когда будут, тогда и мы сразу начнем работать. Сразу поедим, начнем работать и все. И чего будете делать? Так все равно же нет денег. Не знаю, может быть и есть. В общем, через 2 часа привезли деньги. Привезли. Были и другие варианты. Снимается цех, идет с завода управления и встает в очередь. Ничего не требует, ни плакатов, ни призывов, не надо это все этих всяких требований, там, митингов, не надо. Зачем это производство? И вот вы, вот он, первый, второй, третий, четвертый. Вы что ждете? Чего ждете?
Зарплату ждем. Так не буду давать сегодня зарплату. Не знаю, может, будут. Но только у вас не 4 человека, а 400. Все перекрыто, все, значит, в коридоре стоят. Не выйти, не взойти, ни в бухгалтерию, ни к директору, ни от директора. Главный инженер не может выйти, все стоят. Говорят, что вы стоите, не будете? Не знаю, может, привезу. Как вы думаете, привезли? Через 2 часа привезли. Так что, конечно, мы можем сколько угодно разъяснять, доказывать и, как это делают интеллигенты, там, профессора, аргументировать, что это вот важно, нужно и так далее для производства. Но вот, когда имеются такие действия, это решается гораздо быстрее. И понятно, что поскольку это уже имело место на целом ряде предприятий, и похуже были дела. Если вы помните, как получилось Пикалёва. Пикалёва решил Дерипаску, у которого 2 предприятия, закрыть одно и второе. А это предприятие градообразующее. Одно другому поставляет. Ну, как бы закрывает одно, а второе уже не получает сырья. И стор закрывается. И что, как решилась эта проблема? Ну, люди, конечно, могли бы писать бесконечно письма президенту, да? А они что сделали во главе с председателем профсоюзной организации? Вышли и перекрыли трассу. Это можно делать? Нельзя. Они перекрыли. Ответственность какая? В общем-то, и никакой была. Ну, как Горбачев объяснял, что можно делать? То, что разрешено, то, что не запрещено, и то, что запрещено, но ответственности особенно никакой нет. Вот они и вышли. То есть председатель правкома вызвал Владимир Владимирович. Владимир Владимирович приехал, вызвал Дерипаску, дал ему ручку, у него ручки не оказалось, подписывает соглашение о том, что возобновляется работа товарищ предприятий. Он подписал, его трудящиеся поблагодарили. Все уехали, а Дума приняла закон об ответственности за перекрытие трасс. Но было еще похлеще. Если вы помните, вот первые годы, в самом начале 90-х годов, когда зарплату не платили полтора года. Это что значит не платили полтора? Это как бы вот та зарплата, которая вам получена в свое время, она как бы рассягивалась не на месяц, она же месячная у вас зарплата, а как бы на полтора года вам выдана. То есть вашу зарплату можете посчитать, разделите на, не на 12, а на 18. И вот получите зарплату, которая у вас была за это время. То есть вы эту, на денежки-то разложите свои на все месяцы. И вот народ в Сибири вышел на Транссибирскую магистраль и все ее перекрыл. И это уже уголовно наказуемое. То раз установили железнодорожник. И завели уголовные дела. И думаете, что-нибудь, хоть одно уголовное дело привели в движение? Нет, конечно, потому что не сумасшедшие. Потому что следующий этап был бы такой, что люди бы взяли в обрезки труб и пошли бы доказывать, что детям нечего есть, а вы тут, значит, чем занимаетесь. То есть не надо людей доводить до такого состояния голодного, когда они, так сказать, начинают браться за уже такие вещи, которые уже почти оружие. Об ответственности за перекрытие прав Дума приняла, но она еще приняла вот это вот, то, что я вам рассказывал. Очень хорошее. Сейчас мне звонят, говорят, Михаил Владимирович, вот не платят зарплату. А вы, говорю, читали этот кодекс? А что там написано? Ну, так вы не читайте же кодекс. Вам наша дорогая буржуазия все написала. Она обеспечивает вам получение зарплаты. Ну, конечно, вы в одиночку-то не надо. Вы, конечно, можете один написать, что вы один вот приостанавливаете работу и до выплаты зарплаты. А эти, значит, сидят, вот, ваши товарищи, и смотрят, что с вами будет. А что с вами будет? За это вас никто не тронет, за другое. Что-то, ну, вы же понимаете, как. Я буду очень внимательно наблюдать за вашей деятельностью. И найду какой-нибудь повод, который позволит мне вас привлечь к ответственности. Ну, если это целый цех, ну, извините, тут даже никто и не дернется, правильно? Поэтому работники могут представлять какую-то известную силу, если они это делают в масштабе а, коллектив, и б, в масштабе страны. Вот эти вот мероприятия, которые были в связи с невыплатой зарплаты, были в масштабе страны, и они, естественно, побудили господствующий класс принять соответствующие юридические нормы. Поэтому это, так сказать, эти юридические нормы разработаны в союзе буржуазии с пролетариатом, можно так сказать. Правильно? Но пролетариат здесь, так сказать, выступил партнером. В том смысле, что он, так сказать, посоветовал это принять, потому что иначе будет хуже.
Так вот, коллективный договор – это договор, который позволяет заниматься нормотворчеством трудящимся. Если это будет не на одном предприятии, это ЗАО ПКТ, а будет на сотнях предприятий, это гарантия, что это скоро появится где? В законе. Вот и все. Поэтому занимайтесь. Поэтому нельзя говорить, что вам, нам не дают, там, трудящимся, сейчас, в современной России, все гайки закрутили. Что значит закрутили? Да вы не знаете даже, что вы имеете право делать. Это я не про вас говорю, я говорю про граждан трудящихся, которые вот ко мне иногда обращаются. Я вот президент фонда рабочей академии, я говорю, вы читали? Не читали. Ну так если вы не читали, что вы тут заявляете? Вы это будете делать? Не будете делать? Ну не будете делать, так никто не будет с вами нянчиться. Вам написано, что государство гарантирует вам обеспечение, повышение уровня реального содержания зарплаты. Написано в 130-й статье? Гарантирует? Ну как оно, думаете, гарантирует? Сейчас прямо вот прямо понесет вам зарплату. Государство понесет зарплату вам. Нет, у нас другое сейчас устройство. Зарплату вы должны получить с кого? С работодателя своего. А для этого у вас есть право на забастовку? Вы его использовали? Нет? А что вы к нам обращаетесь? Идите отсюда. Примерно так говорится в судах. К суде придут с заявлением. Нам не платят. Или в прокуратуру. Чего в прокуратуру пришли? Прокуратура пишет. В настоящий момент не усматривается оснований для применения мер прокурорского реагирования. А почему не усматривается? Да вы что, не знаете, что было с прокуратурой? Илюшенко, исполняющий обязанности прокурора, посидел 3 года в тюрьме без того, чтобы какое-нибудь обвинение было. Не помните? Я напоминаю. Потом был Скуратов, который вдруг, его обвинили, что у него 7 костюмов. Я сразу испугался, начал дома считать, сколько у меня костюмов. Насчитал 3. Думаю, если прокурора за 7, то меня как профессора за 3 могут тоже привлечь. Потому что прокурор же всей страны, а у меня всего в 2 раза только меньше, чем у него. Страшное дело. И потом, значит, какой-то фильм показывали интересный с массажистками про Скуратова, который не задокументированный, поэтому потом все эти обвинения, благополучные в костюм и прочее, были сняты. Но за это время, пока шло это дело, в кабинет гражданина Скуратова залетела чайка. И так и осталось. Поэтому у нас сейчас прокурор чайка. А Скуратов, он несколько раз пытался как-то туда-обратно сесть. Ну как вы сядете? Вот я уже не пытаюсь вот на это место сесть. Я вижу, человек здесь сидит. Что я буду вас выгонять? Чайка ему ничего плохого не делал. Что может сделать Скуратов? Вот он и остался, не уел. Он пытался куда-то пройти, туда-сюда, в разные органы. Ну, никто его никуда не пустил, и все. Что вы хотите от прокуратуры? Прокуратура потеряла вес у нас. Потому что прокуратура по смыслу, это что за орган, как вы думаете? Надзорный. Не знаю? А? Надзорный. Зачем он надзирает? За исполнением Конституции. Он надзирает за полным и точным исполнением законов во всех сферах. По смыслу прокуратура. А уже сфера судов выведена из-под надзора прокуратуры. Я скажу, это не ваше дело. Сам Верховный суд будет сам надзирать за собой и за всеми судами. Мы ему построим дом тут, снесем Гипрохим, который возглавлял товарищ Гедаспов, вот через речку, через Неву. Вот там скоро будет построен Верховный суд, и будет он все решать. На одной стороне Невы будет Конституционный суд, он функционирует, на другой Верховный суд. А поскольку очень дорого 3 здания построить, и в Москве оставить еще здание Верховного, Арбитражного суда и Конституционного, то не многовато это на суды, столько зданий, то решили сократить число судов, и вместо Высшего Арбитражного суда и Верховного суда будет только 1 Верховный суд России. Не заметили, это преобразование было? Оно потребовало некоторого изменения Конституции. Ничего страшного, когда надо изменить Конституцию, там необходимое большинство у Единой России есть, и Конституция была изменена. Это политические такие акции? Политические. Ну вот, поэтому коллективный договор это, и его заключение, это такое поле деятельности, которое позволяет людям участвовать в управлении государством, не будучи правящим классом. Участвовать в нормотворчестве, в составлении новых нормативных актов. Ну, если вы не можете составить для своего предприятия
и вы не можете побороться со своим работодателем, ну что вы будете там про какие-то революции говорить? Ну даже смешно. У нас есть люди, говорят, давайте, говорит, мы сейчас власть разгоним, захватим власть и что? А там, говорит, разберемся. Вы сейчас не разобрались. Вот мы разбираемся в том, какова структура экономическая, политическая, правовая, и что она позволяет сделать, а чего не позволяет. А вот есть такие люди, которые горячие, которые призывают народ встать, повозрудить красное знамя. Я по этим людям сразу говорю, что под красным знаменем все при Горбачеве ушли из ЦК, из райкомов, из обкомов. Именно под красным знаменем. А Борис Ельцин именно тогда же своим указом сделал красное знамя боевым знаменем воинских частей. Дескать, вам привычно было под красным знаменем умирать, погибать? Ну, вам красное обеспечим. Тут у нас будет все под полосатым делаться, под трехцветным. А вы, если упадете в армию, давайте. Вперед, с красным знаменем. И трамвайчики пошли по городу Ленинграду с красными. А потом вы сейчас видите, на праздниках разделяют эти трехцветные знамя на кусочки и сразу три знамя. Значит, знамя красных – красное, знамя белых – белое, ну и знамя голубой – голубых. Ну, так получается. Что это за манера такая делить красное знамя, не очень понимаю. Это мне напоминает этот известный анекдот тоже, потому что на Украине решили тоже птицу сделать. У нас тут птица есть, герб. И там тоже решили, но надо, чтобы он был, значит, желтый, чтобы эта птица была обязательно. Нет, синяя с желтеньким. И скакала. И нашли такую птицу синица. То есть это вот такие вещи, это серьезные, но с ними как-то обращаются, как будто вот можно взять и знамя разрезать на кусочки. Ну ладно, красный с белым, а что за голубые-то что-то, чего? Вот это, так сказать, политическое значение коллективного договора, поэтому к нему я вас призываю отнестись с очень большим вниманием. Поэтому люди, которые могут создавать коллективный договор, могут работать в госплане. Это люди, которые могут заниматься стратегическим планированием, могут составлять концепцию развития страны, да? То есть могут вести аналитическую и синтетическую работу, и очень широко. Люди, которые собираются управлять государством и ничему не научились, не научились это делать и преодолевать препятствия при, так сказать, взаимодействии, в том числе и борьбе с работодателем, они ни к чему не годятся. Потому что это, без борьбы-то все равно ничего не делается. Ну вот мы соберемся вот с разных предприятий и из разных фирм и начнем делать один документ. Все равно у нас будет борьба. Так? И этой борьбе нужно так или иначе научиться. Она будет другой, как носить классовый характер, но тоже будет, так сказать, не без борьбы. Поэтому это очень важный документ. Как к нему подходить? Вот, как говорят математики, если интеграл не берется в целом, его берут по частям. Значит, сначала надо попытаться заключить тонкий коллективный договор, в котором были основные положения заложены. И договориться по этому поводу. У меня сейчас лекция. Меняется что-нибудь? Ага. Да, хорошо. Угу. Так. Значит, надо договориться по каким-то основным позициям. И не, так сказать, можно ведь свои разногласия, так сказать, так широко расставить, что никогда не договоритесь. Ну, вы как-то определитесь хоть по одному вопросу. Вот у нас с вами разногласия, но можем вот по этим вопросам договориться. Давайте запишем. А вот которые у нас, это давайте в следующий раз. Или через месяц. Ну, давайте не будем это хорошее наше настроение портить этими всякими разногласиями. Да? Вот докеры, вот вы здесь увидите. Потому что я вот как раз оставляю вам посмотреть. Написали основной текст коллективного договора, часть первая. Вот этот основной текст был в ходе и в результате большой очень борьбы и коллективных действий принят. И после того, как он был принят, значит, стала появляться часть вторая. Часть вторая состоит из многих-многих приложений. Многих-многих приложений, и каждое это приложение
отдельно рассматривалось, по нему велись переговоры, отдельно дорабатывалось. И вот я держу в руках приложение номер один, вот часть вторая. Нормы труда на выполнение погрузочно-разгрузочной работы. Провели переговоры, закрепили, закончили этот вопрос. Положение о порядке присвоения класса квалификации докерам-механизаторам комплексных бригад на погрузо-разгрузочных работах. Важное дело. Классность. Ну, это же важно, как у нас. Вам какой класс приходится, вам какой класс. Класс больше, зарплата больше. Ничего не меняется вроде. А классность повысили, и все. Так, третье. Положение о гарантиях работникам ЗАО «Контейнер», работающим в зоне размещения грузов, содержащих радиоактивные вещества. Важный вопрос. А что, они сами залетают сюда, радиоактивные вещества? Отсюда вывозят, сюда привозят. Вы знаете, что что-то утилизируется здесь. Если мы где-то строим свои, так сказать, атомные станции в каких-то странах, то, соответственно, мы забираем оттуда отработанные стержни. И куда они, и как они идут сюда, по воздуху летят? Нет, они плывут морем, корабли, приходят люди, их разгружают и работают. Так что не надо по этому поводу, он короткий, две страницы. Все. Ну, надо же его. Дальше. Значит, каждый, по каждому проводятся переговоры, подписывают представители работников, представители работодателя. И, смотрите, нарастает число согласованных уже позиций, а число разногласий сокращается. Следующее. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ЗАО ПКТ. Вот я свидетель такой ситуации, когда во второй стивидорной компании в порту один коллективный договор закончился, а второй начался только через месяц. И был месяц, в течение которого этот вопрос не был регулирован. А в выдачах, бесплатных выдачи одежды, там, спецодежды и так далее. И сразу вместо шерстяной одежды появилась брезентовая. А в чем разница? Или хлопчатобумажная? Потому что вы, если на свежем воздухе работаете в порту, при дожде и во время снега, то вы намокаете, естественно. Если вы находитесь в шерстяной одежде, то вы не заболеете. А если вы работаете не в шерстяной одежде, а в брезентовой или хлопчатобумажной, почти с гарантией вы заболеете, и будет плохо и работника, и работодателя, потому что не будет люди работать. Сразу появились вместо шерстяных видов одежды вот такого рода. Сразу началась экономия на этом. Далее. Вот вы придете на работу, то есть вы были там сутки. Сутки были назад, то есть сутки вас не было. За это время ваша спецодежда, так сказать, прекрасно высохла, если это ваш плащ. А если это дежурный плащ, то вот я заканчивал смену, повесил на гвоздик, вы пришли со смены, заступать на смену в отделе, это с гвоздика сняли, и мокрые, и грязные надели на себя, и пошли работать. Разницу видите? Поэтому вот все эти моменты, которые кажутся мелочью, но это вот моменты, которые обеспечивают благосостояние работников во время труда. От этого зависит производительность труда, от этого зависит и благополучие, и здоровье, и отношения на производстве, нормальные или напряженные, от которых тоже все зависит. И если это для, так сказать, нашего брата, там, скажем, для профессоров, ну, как говорится, у меня спецодежда определенная. Вот вы меня все время видите в ней. Вот. И ни проблем у меня с ней никакой нет. Ничего тут я не упаду, на меня ничего не свалится, как вы понимаете. Нет таких проблем у нас. Мы, в этом смысле я одной ногой при коммунизме нахожусь. Но другие люди не находятся одной ногой при коммунизме. И они, так сказать, это вот делают. Вот пишется докер-механизатор. Куртка брезентовая с капюшоном, костюм хлопчатобумажный, плащ непромокаемый с капюшоном, ботинки кожаные. Можно резиновые, просто сапоги, пусть ходит. Или сапоги с твердым носком, потому что если у вас не сапоги с твердым носком, металлическим, видели такие ботиночки? Вот такие в моду не входят, а было бы здорово. Так идешь у тебя носок. Если вы наступили, извиняться не надо. Что извиняться? На железный носок наступили. Это вы, это я буду извиняться, что у меня вот железный носок, может, вам неудобно было. Вы наступили каблучком, каблучок-то и сразу и сломался. Так что... И так далее. Все это вот идет. Вот.
еще при подгрузке кислот и других едких веществ. Костюм суконный, рукавица суконные, очки суконные, то есть шерстяные. Очки защитные. При переработке вручную грузов, окантованных металлической лентой, которой вы все перережете себе, и перчатки, и это все, фартук, сейчас буквально рукавицы, при выполнении обязанностей сигнальщика дополнительно жилет, оранжевый сигналь и так далее. И все это по-умному расписано, согласовано. Смотрите, я перелистаю. И это то, без чего нормально работают люди, которые работают все время в любую погоду. Один день выходной, 1 числа каждого года. И все в остальное время порт работает. Не прерывно. Ну и так далее. Вот станочники, у них особые, начальник смены, стивидор. Тоже плащ непромокаемый с капюшоном, потому что он учитывает работу стивидор. Операторы реф-контейнеров. Что такое реф-контейнер? Это холодильники. В холодильнике в чем будет собираться работать? В хлопчатобумажном? Монтировать? В шортах? Вот. И так далее. Короче говоря, вот закончили. Провели переговоры. Завершили. Следующие переговоры. Работа идет. Есть профсоюзная организация, есть представители работников, есть от администрации выделено, идут переговоры, очередные переговоры. Так? Можно ведь спор не учинять, можно проводить переговоры, есть раздел коллективные переговоры. Вы написали бумагу, обязанность через 7 дней вы сесть на переговоры, если вы работодатель. Перечень работы и профессий. ЗАО «Первый контейнерный терминал», которому в связи с вредными условиями труда выдается молоко или другие равноценные пищевые продукты. Не будете выдавать молоко, будете деньгами выдавать, они пойдут закурят. И себе испортят легкие, только и всего, за счет этого самого пункта. А если молоко? Ну, если не выпьют, домой принесут. Поэтому это вопрос очень важный. В последнее время с этим все хуже и хуже. Все норовят куда-то это убрать. А если такая работа, что... Вот... Минеральная вода типа боржоми вместо молока выдается докерам, механизаторам и рабочим других профессий, занятым на переработке фумигированных грузов. Что такое фумигированные грузы? Это вот шрот привезли. Это значит растительного происхождения корм для скота, перерубленный. Но в нем, как известно, заводятся жучки, червячки и другие насекомые. Значит, их обрабатывают ядовитым газом. Обработали ядовитым газом, потом запускают докеров. Идите туда теперь, перегружайте. Ну, чтобы докеры не попали в такую ситуацию, как эти жучки и паучки, надо там выветривать несколько дней. И сколько вы не выветриваете, ну, представляете, там это все было обработано этим газом, ну, и газ все так прямо весит, прямо и вылетит оттуда. Ну, он остается... И поэтому это вредно. Значит, молоко, пексиносодержащие продукты, которые есть, скажем, в мармеладе. Вот мармелад кушайте с молочком. Но это не совсем вас освободит от всяких болезней, но это замедлит их действие. Дальше идет вот восьмое приложение. Соглашение по охране труда. ЗАО «Первый контейнерный терминал». Ну как надо охранять труд? Ну какая у вас, какое железо, такой будет и труд. То есть от техники зависит. От того, что если у вас с железом уже предопределено все, если техника у вас неудобная, то работать будет плохо. А если техника у вас, в ней есть соответствующий прибор, который обеспечивает температуру и влажность, если у вас там гасится вибрация и так далее, если у вас легкое управление, то будут одни условия труда. А если у вас запыленная загазованность, и это ничего не закрыто, и в жару там жарко, а в холод там еще вдвойне жарко, потому что еще греет мотор, а в холод и жарко, и холодно, то это приведет к чему? К заболеваниям, к потере работоспособности. Вот. И все тут это расписано. Вроде для нас это не так уж и, как говорится, вроде нас и касается. Но для тех, кто работает по 12 часов ночью, причем ночь, утро, день, ночь, утро, вечер. Или дневная, ночная и вечерняя, по-разному. Поддерживать в исправном состоянии необходимое количество модулей для обогрева докеров, механизаторов, сигнальщиков на участках погрузки и выгрузки автомашин, РТГ. Зимой в 20 градусов вы работаете, потом идите
и 10 или 15 минут сидите там, отдыхайте, снимите там свои краги, там шапки, подышите, ну, а там тепло, светло, можно чайку выпить. 10-15 минут посидели, пошли. Или летом, 30 градусов, в кабине 40. Вылезайте из кабины, перерыв, отдохнули, потом пошли дальше. Все ответственные, кто отвечает, директор производства Литовченко, административный директор Санду и так далее. Все указано, кто и какие, и за что. Длинные соглашения. Но это, значит, надо, что это было сначала все выразить, записать, обсудить. Ну, технический директор Дворецкий тут есть, который... Салонов микроавтобусов 19-20 бригад доверх механизаторов поддерживают в исправном состоянии отопительные приборы, обеспечив тем самым возможность обогрева на причалах швартовщиков при ожидании швартовки судов. Сели в автобус и ждут, когда придет, когда пришвартуется корабль. Произвести работы по утеплению дверей и окон социально-бытовых объектов. Не записали, не произвели работы. На работы нужно... приказ. А приказ на основании еще. На основании коллективного договора, будьте добры, выполняйте, это норма. И так далее. И так далее. Вплоть до оборудовать пешеходные дорожки, тротуары и переходы для прохода работников бытовым, служебным и технологическим помещениям. Носятся там, носится техника, и большие машины, и небольшие, значит, погрузчики. Ну и если мы хотим обеспечить безопасность, это надо все сделать. Так. Режим рабочего времени работников ЗАО «Первый контейнер-терминал». Какая служба, как работает, сколько часов, какие смены. И все это расписано, и все это отдельно согласовано, обсуждено, рассмотрено и установлено. Перечень работ, профессий, должностей с вредными условиями труда, работа, в которой дает право на дополнительный отпуск. Хочу вам сказать, что вот на этот перечень сейчас самое наибольшее нападение. Почему? И это, причем, можно сказать, нападение политическое. Значит, все время, которое вот, мне известно, выяснение условий труда происходило объективным образом. То есть есть объективные критерии, которые позволяют замерять температуру, влажность, загазованность, запыленность, вибрацию, электромагнитные колебания. Как это делается? Устанавливаются приборы, и вот по этим показаниям приборов устанавливаются... разная степень вредности. Безопасные, вредные, особо вредные, тяжелые и так далее. Скажем, сколько может мужчина поднять груза, сколько может поднять женщина груза, без того, чтобы она сохранила свою, так сказать, способность воспроизводить человечество. Потому что подняла и все. Значит, в 2013 году. Очень тихо. Я, например, вот слежу за этим, так сказать, по роду, так сказать, даже преподавания и интересов. Но я как-то это пропустил. 12. Много было шума по поводу заемного труда. Я вас отдал на работу ему, а он вам платит гроши, а себе, а зарплату, так сказать, получает от вас, а часть отдает мне. И вам непонятно, с кем вообще иметь отношения. С ним, он никаких работ не совершает. Со мной, а вы не мой. Работник и так далее. Ну, вроде вот сейчас отбита эта атака на то, чтобы перевести людей, так сказать, в какие-то конторы, и чтобы эти работники, которые работают на заводе, они как бы не с этого завода. Они здесь как бы временно, случайные. Но уже и готовятся два законопроекта, которые на самом деле позволяют это делать все-таки. И есть еще такие приемы в Думе, как называется, поправки наездники. Пишется поправка, что запретить использование наемного труда. И когда вносится на обсуждение этот законопроект, тогда вносятся поправки к этой поправке, и потом получается разрешить на выходе. Ну вот не прошло. Я, например, по этому поводу обращался на имя президента и обращал его внимание на то, что это приведет к резкому ухудшению и к созданию напряженности в отношениях между работодателями и работниками. Вот вроде бы все хорошо, но опять уже готовятся еще два законопроекта. А вот в 2013 году решили, что не надо это вот...
замерять это вот все эти приборы, там термометры ваши, уберите эти все ваши измерители давления, потом влажности, потом электромагнитные колебания, это надо все закупать, это все возня. Давайте как-то проще. Мы же все партнеры с вами. Мы к вам придем и посмотрим, ну что у вас здесь, все тепло, светло. Вы на курорте здесь работаете. Так и запишем, курорт. А у него была вредность, так, 5 дней с отпуском. А у вас тоже курорт. То есть приходят люди, это называется специальная оценка труда. На философском языке, это у нас называется на философском факультете, от объективно-социальной точки зрения перешли к субъективно-социальной точке зрения. Потому что вот мне кажется, что у вас все здорово. Ну чего у вас только не хватает? Чай, вот сейчас еще кофе сюда поставить, так сказать, чай, пирожные, и будет хорошо. А вам что нужно? У вас же все хорошо. Связь у вас есть, вот телефон. Чего надо еще? Сидите за столом и так далее. И прошли. И раз, и нету вредности. Вот недавно 11 тысяч у нас в трамвайно-троллейбусном парке работает. Ленэлектротранс. Вот этим 11 тысяч поубирали вредность на том основании, что провели специальную оценку труда. А слово «специальное» очень же красивое. Специально вами занимались. Вы стали объектом внимания. Так никто на вас внимания не обращал, теперь привлекли. И только после обращения внимания на ваши условия оказалось, что у вас дни отпуска стало на 5 дней меньше. А за них платили. И дни отпуска стало меньше, и денежки вылетели, соответственно. А так все хорошо. И договор Горэлектротранса коллективный самый лучший признан в городе. Почему? Кому он лучший? Ну кому? Если я был директор Электротранса, я считаю, это действительно самый лучший договор. Сразу расходы сократились на обеспечение всех условий коллективного договора. Это же красота, правда? Значит, в договоре, и даже это есть в кодексе, что в кодексе может быть предусмотрено перечисление работодателям на счет профсоюза средств для осуществления спортивно-оздоровительной и социально-культурной работы. На спортивно-оздоровительные и социально-культурные нужды. И вот вдруг несколько лет назад на этот пункт начали наседать товарищи, дескать, давайте вот в порту на ПКТ перечисляют на счет. И после этого, так сказать, профсоюз, информируя работодателя о том, что вот как мы это используем, а почему не информировать, они же перечислены на целевые всякие вещи, он и распределяет там, знает, кому надо и сколько надо заплатить за то, чтобы он мог отремонтировать зубы, полечиться, сделать операцию, так, позаниматься спортом, сходить в бассейн, значит, и семье, и детям соответствующие абонементы, вот там, так сказать, на острове Канонерском. И, пожалуйста, скажите, оздоравливайте себя. Вы здоровее, и работа лучше идет. Правильно? Что плохого в этом? Выгодно это работодателю? В общем-то, с точки зрения таких коренных интересов, конечно, выгодно. Но можно взять это все убрать. Придумали вот первой и второй стивидорной компании, или которые теперь вошли в Морпорт СПБ, газета я вам давал в прошлый раз. Значит, там придумали, что не надо перечислять, давайте мы, администрация сделает комиссию, а вы сюда давайте заявление. И вот они стали тормозить. И вот вечно ходят люди и никак не могут добиться. Ну что, администрация знает, кому надо? Лучше, чем профсоюз? Нет, конечно. Она оторвана. В итоге получилось, так сказать, ухудшение условий. Но, тем не менее, еще есть. Но еще хуже ситуация была в порту Восточном в прошлом году. Перечислили по колдоговору в порту Восточном на социально-культурные мероприятия и спортивно-оздоровительную работу, средства работодателя. Значит, товарищи использовали эти средства и по 500 рублей выдали к Новому году, чтобы сам каждый себе купил подарок. Они решили, ну что, вот вам подарим мандарин, а вам нужно яблоко, вам подарим шоколадку соевую, а вы себе купите настоящую и так далее. Взял работодатель и подал в суд на возбуждение уголовного дела. Сначала в милицию, потом в суд. А места далекие, порт Находка, там далеко-далеко туда. Порт Восточный, на бухте Находка. И обвинили их в растрате
статья 160 до 6 лет. Председателя правкома, который получил тоже 500 рублей, как все, к Новому году. И бухгалтера тоже. По этой же статье. Меня профсоюз докеров в лице его председателя попросил съездить и выступить там свидетелем. Вот я выступал в этом суде. Судья спрашивает, чьи это деньги? Ну как говорю, чьи деньги? Значит, работодатель в соответствии с законом перечислил и коллективным договором на счет профсоюза. Это теперь профсоюзные деньги. Если вам не нравится, как они расходуются, а это вполне может быть, это вполне нормально, вы можете обратиться в правком, в контрольную комиссию, собрать конференцию трудового коллектива и там пообсуждать этот вопрос. Но это уже деньги профсоюзные. Они уже перешли с одного счета на другой счет, и поэтому можно говорить о том, что они правильно и неправильно расходуются. Можно, или, может быть, они неправильно оформляются, их расходование. Но вот приглашаются свидетели. Свидетели, как говорится, товарищи, не обученные ходить в суд, и не знающие, как там себя вести. Их спрашивают, приходит женщина, которая распределяла эти средства. Говорит, вы распределяли, я распределяла. Он говорит, ну а где эти документы? Я, говорит, эти списки все записывала, кому сколько выдала. Ну, если бы кто-то был никому не выдал, он бы пришел и сказал, всем выдала, все, все поровну. Вы выдавали председателю? Да, он тоже получил 500 рублей. Чьи это деньги, спрашивает судья. Она говорит, это деньги работодателя. Ну, она эти тонкости, как они туда-сюда переходят, чьи. Судья говорит, ну, до свидания. Она выходит, идет и на выход. А где должен сидеть, где может свидетель сидеть в зале после выступления? А? Может. До выступления не может. А после выступления может. Я выставил, мне говорят, до свидания. Я говорю, до свидания. И сел. И смотрел на эту картину. И вот одна выходит, вторая выходит. Конечно, если бы там люди были подготовлены, обучены, ну, они, по крайней мере, бы растолковали просто не свидетелям, а всему коллективу, чьи это деньги. Ну, они, так сказать, думали, что это пустячок. Короче говоря, 3 года получил председатель правкома и сидит. И 1,5 года получил, и бухгалтер тоже сидит. Вот вам и политическая составляющая реализации коллективного договора. Пришел другой работодатель, решил, что с этой профсоюзной организацией надо по-другому действовать, договориться с линейным отделом милиции на транспорте, так сказать, и принять меры. И меры приняли. После этого были митинги по всей стране. У нас был на Средней Рогатке митинг, я тоже выступал, показывали там по телевидению. Но это после драки у кулаками махать. Поэтому мы сейчас с вами, вот когда разбираем эти вещи, мы разбираем такие реальные жизненные вопросы, которые не вообще находятся где-то в области теории, а которые, ну, касаются жизни, здоровья, свободы даже тех, кто в этих процессах участвует. Но я продолжаю. Вот уже 10 приложений, а продолжаются переговоры, как бы они постоянно идут, люди все время над этим работают, это нормально. То есть освобожденные профсоюзные работники, есть работники, которые освобождены на переговоры с работодателем до 3 месяцев. Это все разные люди. Вот они с одного положения закончили, эти ушли, новых освободили, освободили вас от работы, и вы 3 месяца будете работать. Так вы будете за 3 месяца профессионалы, правильно, в этом деле? Но если не будете, то в следующий раз еще 3 месяца. Уже полгода будет. А полгода такой работы дает навык. Это кто писал? Это все писали люди, набирали, делали. Так, вот это вот перечень работ, профессий, должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск. Вот он, большой перечень. Если его не будет, то и не получите его отпуск. Дальше. Соглашение есть, номер 17. Закрытое акционерное общество в лице генерального директора Южилина и профсоюзный комитет. Вот предоставлять докерам-механизаторам линейных и дневных бригад дополнительный отпуск за работу во вредных условиях труда в размере 4 рабочих дней в расчете на полный год работы. Следующее соглашение, вот оно всего. Это важное соглашение, написано что там 4 строки.
но это важное соглашение, дополнительно 4 рабочих дня в расчете на полный год работы. А вот другим бригадам, бригаде номер 19, в расчете 12 рабочих дней в расчете на полный год работы. Это очень существенно. 12 дней к отпуску получили. Это основная бригада, большая. Вот соглашение еще. Еще служба, работникам службы технического директора отдельно. Инструкция о порядке предоставления и исчисления дополнительного отпуска за вредные условия труда. Как это делать? Это приложение к коллективному договору. А раз приложение к коллективному договору – это его неотъемлемая часть и подпадает под закон. Это не какая-то бумага, которая приказом директора может заключена быть, подписана, а потом отменена завтра. Она уже завтра не может быть отменена, а действует 3 года. И через 3 года может быть продолжена, как вообще коллективный договор вместе с ним. Так, перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, которым предоставляется дополнительный отпуск. То есть по разным параметрам, по вредности, а это ненормированный рабочий день. Я вас вызвал на работу вечером, на занятия в магистратуре. Так давайте отпуск. Ну, поскольку вы не организованный народ тут, вам отпуск не дают. Вечерникам, которое у нас было вечернее отделение, его ликвидировали, а вас превратили в вечернее отделение. Вообще-то, а вечерники учились 6 лет, и, между прочим, им на работе давали отпуск. А вы дневники как бы дневники. Поэтому какое вам дополнительное время на работе заплачиваемое? Нету? Или есть? Нету. Как бы вы реинкарнация такая произошла этих вечернего отделения. И даже более солидная вы же магистратуру, какие в магистратуре работаете, какие у вас должны быть отпуска? Никаких отпусков. А это было неплохо. Вы получили отпуск для сдачи экзамена. Для сдачи будут давать вам? Не будут. Какие вам? Какая сдача экзамена? Приходите вечерком, и на меня пошлют вечерком тоже. И мы сядем вместе и будем это, решать эту проблему вашего зачета. Так? А ведь было не так. А у заочников были специальные лекции, были, так они и не ходили регулярно, но у них были лекции сессионные, и они освобождались для сдачи. Ну, сессию-то хорошо бы сесть, посидеть и подумать, а не так, и на работе надо туда бежать, и семья, если надо заниматься, и сюда надо бежать, и не знаешь, куда бежать. И, в общем-то, мы это понимаем. Поэтому раньше, если бы я бы сказал, вот вы не явились, там не пришли, так человек, люди-то сейчас вот разрываются, и туда надо, и туда, и туда, и к вам надо, и не к вам надо, и... а как это решить? Ну вот люди, если они коллективно это решают, они могут не ждать, когда изменится закон там, и не пишут письма Ливанову. Они выставляют требования, проводят переговоры и записывают. И это вот живой коллективный договор показывает, что это не сказка и не рассказы о коммунизме, и не фаланстеры социалистов, утопистов, а это, собственно, коллективный договор. Вот смета. Расходование средств из фонда потребления общества на денежные выплаты и поощрение трудовых и социальных льгот на 12-й год. Выплаты неработающим пенсионерам, ветеранам порта. Обязаны, что ли, по закону? Не обязаны, но выплачивают. Оплата дня работников морского транспорта в двойном размере, работающим по графику. Премия ко дню работников морского транспорта. Оказание материальной помощи. В чрезвычайных обстоятельствах компенсация расходов на протезирование зубов. Это расходы не маленькие. У меня летом, так сказать, отпуск на я отняли. Это как спрашивают, сколько у вас вырвал? Спрашивают у того, кто ходил к зубному врачу. Да говорит, $200. Так что. Так, по компенсации расходов на погребение. Так, что-то случилось, родители, бабушки. Компенсировали. Нету в договоре, ну и. Ваша бабушка, ты хорони. Компенсация расходов проведения операции в связи с заболеванием. Операции 200 тысяч. Полностью или частично компенсируется. Вот тут сказано сколько по плану. Сколько дают. Ну, тут 300 дают. Тысяч. 300 тысяч рублей на это выделено. А вам говорят, идите родственников, знакомых, ищите. Почка есть? Зачем вам 2 почки? Зачем? С одной же живут люди. Давайте сделаем вам операцию на сердце, поставим сюда что-нибудь, а это уберем. И так и комбинируют. Я уже не говорю о том, что некоторые просто отдают для других.
или, как было в уральских пельменях, улитка, семья улиток. Улитка папа, улитка мама и улитка сыночек. Он говорит: папа, почему все дети, значит, бегают, а мы должны это все, каждый свой домик таскать на спине. А папаша, улитка, говорит: а зато я их ипотеку в гробу видал. Выплаты работникам досрочно уходящим на пенсию. Он говорит: давайте, уходите. Ну, хорошо, давайте, я уйду, освобождаю рабочее место, ну, приплачивайте где. И люди уходят бесконфликтно, так? Нормально совершенно. Льготы работнику, имеющим детей. Чего дают? Оплата путевок в детские оздоровительные лагеря во время школьных каникул. Конечно, некоторые там свирепели. Начальство говорит: вам чего это? Советское время? Так у вас чего, у вас получилось пионерские лагеря? Ну, по какому договору там уже лучше, может быть, хуже нельзя, а лучше-то можно. Вот на это 210 тысяч, на это 600 тысяч выделено. Приобретение билетов на новогоднюю елку и новогодних подарков. Ну, где-то в Кремль приглашают, а в Докеры приглашают, вот и снимают, так сказать, организовывают елку, оплачивают, и люди, там и Дед Мороз. И можете сами заказать себе индивидуально Деда Мороза каждый, закажите, пусть приходит к вашим детям. Или сами одевайтесь и приходите. Оказание материальной помощи категориям работников, нуждающихся в дополнительной социальной защите. Значит, ну вот работает женщина, она с севидором, она учитывает, сколько грузов погружено и так далее, на холоде стоит, у нее дети малые, или она мать-одиночка, или многодетная семья. Но где найти поддержку? Докеры больше получают значительно, чем вот эти севидоры. Оказание многодетным семьям, матерям-одиночкам, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком. Ну, как будет женщина относиться к своему предприятию после этого? Ну, предприятие помогло ей. Тяжелое время, сложное время. Ну, естественно, она старается работать. Ну, это, в общем, умный работодатель. А вот Ежилин, он, правда, небольшой миллиардер, всего 2 миллиарда у него было долларов, собственник ПКТ. А сейчас пришла компания Global Ports. А ее сейчас директор который по России, Баумгартнер, вам ничего не говорит, нет? Это вот тот товарищ, который занимался Уралкалием, хотел обрушить Беларусь калий, и его Александр Григорьевич пригласил, Лукашенко, его, Дворковича и других, пригласил к себе на беседу, но никто не приехал, только Баумгартнер. И он этого Баумгартнера засадил в СИЗО. И выпустил только тогда, когда в России забили на него уголовное дело. Но, видно, он уже вышел из-под уголовного дела. И он у нас генеральный директор теперь вот этой компании. Global Sport. Это мировая компания, которая сейчас берет и сокращает объемы производства. На всех компаниях, вот Лисинский, у миллиардера Лисина увеличение, а в этой же акватории, вот, на ПКТ грузов все меньше и меньше и меньше. Вот это политика. Вот это санкции. Это не то, что там что-то не поставляет, а просто вот компания международная, она делает так, что вот кораблей все меньше и меньше к вам приходит, грузов меньше и меньше. Ну и требуйте вы с вашим коллективным договором. Как ты будешь тут требовать? Как ты научишь тех людей, которые, так сказать, выступали, имеют хороший коллективный договор? У них пока этот коллективный договор сохраняется. Если мне коллективный договор, ну, ложись помирать. Так. Оплата выходных дней, предоставляемых дополнительно по чрезвычайным семейным обстоятельствам. Чрезвычайные могут быть? Ну, кто решает? Вот есть работодатель, работник пишет в комиссию, комиссия решает, да, чрезвычайные. Ну, кто-то умер. Или кто-то очень серьезно заболел. Ну, кто поможет? Ну, вот предприятие – это вот то, где человек проводит всю свою жизнь. Или как Маркс говорил, что человек выступает как человек тогда, когда он выполняет свою общественную функцию. И вот когда он выполняет общественную функцию, вот тогда ему помощь нужна. То есть это вот очень серьезный и великий документ. Перехожу к следующему. Перечень сведений, являющихся конфиденциальной информацией и представляющих коммерческий интерес для зала первый контейнерный терминал. Вас не пугает, что это коммерческая тайна? Вы договаривайтесь, записывайте, что будет читаться, что не надо это никому сообщать, а что не будет.
Например, зарплата никогда не являлась коммерческой тайной. Но я вот на этих переговорах неоднократно был, и замдиректора по режиму его спрашивают, ну, а у вас какие финансы? Военная тайна. Встает, значит, первый заместитель председателя правком, говорит, вы обязаны предоставить информацию, необходимую для проведения коллективных переговоров. Он молчит. И не предоставят. Я там тоже присутствовал, говорю, и не надо нам информации, когда я продаю вам электроэнергию, мне нужна информация, какие у вас финансы вы будете покупать. Мне не надо. Мне надо информацию, что мне нужно электростанцию построить, ее надо ремонтировать, ее надо поддерживать, там оплачивать труд рабочих и так далее. Я посчитаю стоимость киловатт-часа и с вас возьму, и все. Также и докеры. Не хотите нам давать информацию? Да и не надо. Мы посчитаем, сколько стоит рабочая сила. Давайте нам эту стоимость рабочей силы, и нас не интересует, какая у вас зарплата, какие доходы. Это нас не касается. Но мы же продаем вам товар рабочей силы. Так будьте добры его по справедливой цене и продать. То есть купить. Так, что еще у нас есть? Это все новые переговоры. Отдельные переговоры, отдельные. Снова люди сидят. И вот закончились 3 месяца новых людей. Выделили с оплатой по среднему, освободили вас от работы, и вы сидите и переговариваете. Положение в оплате труда работнику зала первого контейнера терминала. И вот здесь все это установлено, как делать. Установление доплаты надбавок. А это идет вот оплата труда во всю. Надбавки за квалификацию, доплата за дозиметрический контроль, там, где, наверное, радиоактивность. Положение о премировании работников за первый контейнерный терминал за основные результаты хозяйственной деятельности. Премия – это часть зарплаты? Да. Часть. Ну так я должен знать, как меня премируют заранее. Каждый докер имеет право знать, как его премируют. Соответственно, это стимулирующий характер будет носить. Я буду знать, я буду лучше работать. Соглашение. Как проводить расчет? Алгоритм расчета размера премии, результаты хозяйственной деятельности. Хотите, проверяйте. Все открыто, все явно, все понятно. Не тайна бухгалтерии. Все вы можете проверить, правильно ли вы получили. Соглашение номер 01. С 1 февраля 2002 года повысить минимальную месячную тарифную ставку оклад действующих зал ПКТ на 7%. И что это означает? Это означает, что дальше это есть коэффициенты. Все зарплаты – это какой-то уровень от минимальной. Тарифную ставку минимальную на 7% повысили, и все. Вся зарплата пошла вверх у всех. Вот, пожалуйста. 14-е соглашение. Ограничить с 1 августа 2001 года максимальный размер премирования в ЗАО ПКТ 42%. Тоже хорошо. А то, говорят, вам не хватило. А почему вам не хватило? А потому что мне дали 150. А чего, против меня что-нибудь имеете? Мне дали, вот я хорошо работаю. Я успешный, вы оказались неуспешной. Так вот, чтобы такого не было, это все тоже определено. И нет конфликтов тогда ни между работниками, ни между работодателями. Это урегулированные разногласия, правильно? Соглашение между администрацией и профсоюзным комитетом о порядке введения тарифных ставок и должностных окладов. Классификатор тарифной сетки. Вот тут и видно, какой разряд, сколько. И все коэффициенты и пошли. Вот они и пошли, и каждый может знать, как только будет коллективные действия и добьются повышения тарифного сетки первого разряда, все это вырастет соответственно. Новые страницы, каждый может найти себя в виде той суммы, которую он должен получить. Положение о стимулировании рабочих за высокое профессиональное мастерство. Но выигрывает это работодатель, когда стимулирует за высокое профессиональное мастерство. Вы хотите, чтобы у вас профессионалы были классные, или хотите, чтобы у вас были тяп-ляп? Там много миллионов долларов стоит этот самый перегружатель большой на ПКТ, там эти трехэтажные. Это бумажку в третий этаж сразу относит, подъезжает и туда говорит, возьмите бумажечку. Огромные, которые огромные контейнеры, 20-футовые, так вот перекручивают и кладут там на третий этаж, на второй этаж, снимают, кладут. У них компьютер, соответственно, расчет, так сказать, движения туда и так далее.
Перечень рабочих мест, работ и размеры доплат к тарифным ставкам работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда. Отдельно. Вот уже 23-е. О размерах доплат докерам-механизаторам за работу в тяжелых и вредных условиях труда. Так. Дальше. Соглашение в связи с возросшим объемом переработки груженных и порожних контейнеров на автотранспорте и стимулирование работников, занимающихся тальманской проверкой груза, завозимого на зал ПКТ автотранспорта, и, учитывая вредные условия труда, установить доплату за вредные условия труда в работе 12, в размере 12% тарифной ставки оклада за фактически отработанное время и выдавать молоко в установленном порядке тальманам. Тальманы – это те люди, которые учитывают всю работу, смотрят, проверяют. Положение о порядке повышения уровня реального содержания заработной платы работников зала первого контейнерного терминала. Вот я в его разработке участвовал, идея была такая. Значит, если администрация платит на уровне выше, чем инфляция, не ниже, то так и остается. А если нет, то тогда выплачивается уровень инфляции плюс, то есть на уровень инфляции повышается, плюс добавка, связанная с ростом производительности труда. Чем выше производительность труда, тем больше доплата. 24-е положение, знаменитое, так сказать, вот оно действовало и как бы для работников зала ПКТ исключило зависимость от роста цен. Вот кругом на всех влияет, а на них не влияет. Можете посмотреть. Ну, так вот тут пришлось, так сказать, немножко тут формул всяких накрутить. Потому что тут надо было считать в теусах. Теус – это размер однотипного контейнера. Вот, производительность труда – это количество теусов, которые они вырабатывают за единицу времени и так далее. Положение о порядке предоставления беспроцентного займа. Сейчас, когда везде вот такие займы сумасшедшие, вам, вы пойдете к себе на предприятие, получите беспроцентный займ. Плохо ли? Неплохо. Порядок. Порядок погашения задолженности. Положение о поощрении работников за непрерывную, длительную, высокоэффективную работу в организации по случаю юбилейных дат. У вас юбилейная дата, вас поздравляют, дают денежки. Ну и, в общем, там работает очень здорово. Все это на практике исполняется. Да, это все на практике исполняется. Но каждый год в конце, в декабре, собирают конференцию, и на ней выступает генеральный директор и отчитывается выполнение коллективного договора. И перед этим проходит проверка. И говорит, это мы исправим, это мы дополним. Ну а что, генеральный директор, то ему люди работают, ему только, так сказать, надо это дело все завести машину, машина работает сама. Там никого не надо подгонять. Чего подгонять? Ну ты не делал этого дела, не получишь. Этого не получишь, того не получишь, этого не получишь, этого не получишь. То есть, с одной стороны, есть система надбавок, она сразу превращается в систему скидок. Если ты... Понятно, что никаких пьяных на работе там речи быть не может, потому что большие... Что значит, какая бригада допустит, что вы там выпили, и вас сразу удалят с работы? Кто? Докеры. Еще пригрозят начальству, если ты будешь ее защищать, мы тебя поставим о твоем увольнении. Потому что зарплата вообще зависит от результатов коллективной работы. Большие бригады. Положение о присвоении почетного звания ветеран морского порта Санкт-Петербург. Так. Положение о совместной комиссии по охране труда. Это все отдельно, это все входит, когда оно подписано, оно входит в коллективный договор. Соглашение по организации работы уполномоченного, доверенного лица по охране труда. Он там освобождается от работы для проверки и так далее. Соглашение не привлекать погрузочно-разгрузочным работам в составе комплексных бригад доверенных механизаторов иных работников, в том числе грузчиков и работников ООО МКА. Это вот заемный труд, морское кадровое агентство, аттестованное докером механизатором без согласования такого привлечения с правком РПД. Ну, бывает, что вдруг увеличился объем работ. Эти раз и привлекают. Ну, значит, давайте согласуем с правком, поскольку да, вот на это увеличение вам даем. Ну, на время этого увеличения, а потом пусть уходит. Потому что у них зарплата в два раза меньше. И они ничем не защищены, никаким коллективным договором. Они временные тут работнички. А так можно сделать, что вы временными окажетесь, основные.
Положение о комплексной бригаде докеров-механизаторов зала первый контейнерный терминал. Как она работает, кому подчиняется, как она взаимодействует с руководителями. И, наконец, соглашение продлить действие коллективного договора зала первый контейнерный терминал на 3 года. С 1 февраля 2011 по 31 января 2014 года. Подписаны генеральный директор Тихов, председатель единого представительного органа Саржин, зампредседатель единого представительного органа работников ЕПОР, ЗАО ПКТ, председатель правкома СЗМ ПРВТ, ПРВТ профсоюз работников водного транспорта Барбанель. Это тогда было, а потом он был продлен еще на 3 года. И вот такой мощный документ, который я вам принес специально, чтобы вы посмотрели, какие бывают хорошие коллективные договоры. Какие бывают плохие, я думаю, вы найдете легко. Это, во-первых. Во-вторых, заключение коллективного договора не является обязательным, поэтому на большинстве предприятий просто нет коллективных договоров. А в Трудовом кодексе записано, это вот так делается, если это определено коллективным договором. Или это устанавливается коллективным договором. Отсылок к коллективному договору много очень. Но если у вас нет коллективного договора, ну пусть неудачник плачет. Примерно так. Вот это раз. И второе, что следует об этом сказать, что и в советское время в Ленинграде 20% предприятий имели коллективные договора. А вот такого, чтобы у каждого докера было это вот, такого не было. И сейчас на многих нет, а на ПКТ у каждого. Это не важно, будете вы читать или нет, вам дали. Если вы не читаете, вам же хуже. Вот вам договор, и будьте добры. Потому что вы участвовали в коллективных действиях, вы, так сказать, участвовали в коллективном споре, так как на большинстве предприятий у директора и у председателя правкома. И вот эти 2 человека только тайну сию знают, а другие ее не знают. Вот это очень вроде бы такое дело очень конкретное, с другой стороны, очень интересное. Ну и учитывая, так сказать, что это вот локальный нормативный акт, и это сотворение права сначала на предприятии. Если люди умеют сотворить право на предприятии, они потенциально могут творить право и в более широких масштабах. И в этом смысле это и политическая подготовка, правда? Но не такая политическая подготовка, что я вот там возьму и буду ходить с флагом. Я не против того, чтобы ходить с флагом, но надо понимать, что это гораздо более сложное, более кропотливое и более серьезное дело. Спасибо за внимание. До следующего раза.